Всем привет! Вы на канале Ленкины вкусняшки. Сегодня я с вами поделюсь, как приготовить буквально за 5 минут шоколадное масло в домашних условиях. Многие любят шоколадное масло, но в магазинах сейчас непонятно, что продается. Поэтому проще приготовить домашнее шоколадное масло. Для этого мне понадобится сливочное масло. Здесь нужно именно сливочное масло хорошего качества. Никакой спред или маргарин здесь не подойдет. Масло должно быть мягкое, я его заранее достала из холодильника. Какао-порошок, также без всяких добавок, шоколад и сахарная пудра. Я никогда не готовлю большую порцию шоколадного масла, так как очень просто всегда приготовить свежее. Для начала мне нужно растопить шоколад. Я сделаю это при помощи кипятка, но вы можете растопить шоколад любым удобным для вас способом. В небольшую миску складываю кусочки шоколада, в миску побольше наливаю кипяток и сюда ставлю миску с шоколадом. И шоколад сразу же начинает таять. К мягкому маслу добавляю сахарную пудру. Сахарную пудру добавляйте по своему вкусу. Добавляю какао-порошок и добавляю шоколад, который уже у меня расплавился. И остается все перемешать до однородной массы. Вот и все, наше шоколадное масло готово. Его можно выложить на фольгу или пищевую пленку, сформировать колбаску, брать в холодильник. Это прекрасное дополнение к завтраку, на тосты или булочки. А я перекладываю шоколадное масло в силиконовые формочки, накрою пленкой и уберу в холодильник. Готовьте с любовью и всем желаю приятного аппетита!